За мной. Будь рядом. Ладно, идем. Activated. 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 Так это обсерватория? Все это? Activated. Activated. Activated.
Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. А, еще один камень майя. И откроется дверь спустя 80 тысяч лет. Боже, Робертс! Вы сошли с ума? Напротив, Эдвард. Это они сошли бы с ума, узрев то, что за вратами. Вы же, полагаю, покрепче рассудком. Так, берите сундук и несите сюда. Deactivated. Какая грязь и ветхость. Я помню все иначе. Но прошло 80 тысяч лет. Вздор. Не может быть. Ступайте осторожно, капитан. Признаться, меня очень увлекло новое занятие. Вы удивитесь, но я придумал свой собственный кодекс поведения. Собственное кредо? Да, для порядка. Я запретил азартные игры на палубе. Из-за них одни ссоры, а не товарищество. Дезертирство тоже под запретом. Я требую, чтобы мои люди всегда держали оружие в полном порядке и наготове. Только взгляните.
красиво, правда? Верно. Будто картина из сказки. Или древней поэмы. Когда-то о ней слагали предания. Истории стали слухами, а те легендами. И, как обычно, факты стали выдумкой, а затем и вовсе исчезли. И здесь фиалы. Да. Здесь находится кровь древнего народа. Дивной расы своего времени. Вот теперь, друг, я вас вовсе не понял. Неудивительно. Помните одно. Кровь в этих фиалах больше не стоит ни единого реала. Ее оценят. Но позже, не в этом веке. Мы на месте. Ставьте сундук сюда. Что за шум? Ах, да. Меры предосторожности. Минуточку. Вот так. Что это за место? Представьте большую подзорную трубу. Вот только оглядеть можно весь мир. Это колдовство. Нет, это господин Джек Рекхэм, где бы он сейчас ни находился. Нассау. Он сейчас там? Он это видит? Да. Не знаю, Джим. Понятия не имею, как управлять кораблем. Не женское это дело. Вздор! Я видел многих дам, которые умеют ставить паруса и крутить кабестан. А сражаться меня научишь? Кортиком, скажем. Или стрелять? И не только. Главное — желание и упорный труд. К успеху надо идти уверенно. Эй, парень! Убери лапы от моей девки! Сгинь, пока цел. Ты не в себе, Рекхэм. Нашел парня тоже мне. Оу! А что такого, парень? Забавные они. Давайте еще. Губернатор Вудс Роджерс. Это смелая мысль, но я должен ее обдумать. Предложите палате общин принести присягу верности. Клятва, жест и церемониальная капля крови, взятая из пальца. Только и всего. Убедить министров непросто. Activated. А палату лордов не составит труда. Они обожают пышные церемонии. Именно. Скажите, что это присяга королю против бунтовщиков-якобитов. Да, точно. Ах, тамплиеры. Кровь – важнейшая деталь. Добудьте образцы от каждого. В обсерватории мы должны быть готовы. Согласен. Ценная вещь, видите? Колдовство, точно. Вовсе нет. Все механизмы этого устройства вполне материальны. Они древние, но отнюдь не сверхъестественные. Мы так завладеем всем океаном. Какие планы? В моем кодексе нет ни слова про верность. Вы были пешкой. И партнерства больше нет. Ты покойник, Робертс! Ах.
Эви! Activated. Thank you.
Activated. Activated. Робертс! Deactivated. Галка улетела, Эдвард, да? Прелести демократии. Это ведь власть большинства. Я взял бы вас с собой, но с вашим темпераментом опасаюсь, как бы нам всем не сгореть. К счастью, король обещал награду за вашу голову, и я хочу получить ее. Юноша, вы когда-нибудь видели тюрьму Ямайки изнутри? Видели? Назад. С тех пор его не видели. Да, это слишком, но с таким высоким уровнем доступа у нас обязательства перед акционерами. Учти, будет компенсация, когда хакера найдут. Отдохни, ладно? А хочешь, собери еще информации? У тебя получается? Показать бы, что мы сделали с материалом. Пока. Так, тебя бросили в бункер. Славно. Эти тамплиеры серьезные ребята. Да, надо бы удалить весь их компромат на тебя. Как тебе звук? Ха-ха, кстати, я дал тебе третий уровень доступа. Так, отправляйся в комнату охраны и по камерам наблюдай за серверной. К сожалению, Мелани сейчас там.
Когда я выпровожу ее, настанет твой черед. Я бы сам почистил серваки, но как глава IT стану подозреваемым. Это сделает тот, кого уже заперли. Тамплиеры. Знаешь, что они правят нами? Решают исход выборов, контролируют рынки, вживляют нам микрочипы для слежки и чтения наших мыслей. Это пугает. Эй, эй! Ты же помнишь, что тебя заперли, да? Вернуться наверх — плохая идея. Ладно, слушай, я вхожу в серверную. Как только мы уйдем, иди туда. Присутствие здесь ни к чему, мисс Лемей. Всем займутся мои люди. Лишние глаза не помешают, Джон. Мы ничего не знаем. Проверка данных займет месяцы. Неделю, максимум. Слишком долго. Нельзя столько держать людей в заперти. По закону можно. Для того и наняли. Пусть они и не читали контракт. Да, верно. Но мне не по душе. Что делать дальше? Мы уже обрабатываем данные. Сегодня начнем анализ. Даю слово. С меня кофе идет? Так, оставил ее у кофебара. Найди сервер с сетевыми логами. Поскольку у меня есть записи всех твоих входов в систему, поищем их по времени и изменим на что-нибудь безобидное. Плевое дело. Ну вот, чудненько. Я ставлю апдейт на твой коммуникатор. Написал программку специально для этого. Готово. Вроде получилось. Попробуй. Я чувствую тебя. Но, увы, не могу коснуться. Сигнал слишком слаб, и у меня мало сил. Нечеткость. Я словно туман.
Белый шум, окутавший сеть, эту нервную систему мира. Ты слышишь ее? Храм открыли слишком рано, но выбора не было. Катаклизм смел все сомнения. Да. Слава несчастному Дезмонду, отдавшему жизнь, чтобы вы, дети наших трудов, смогли жить и исполнить нашу волю. Мою. Activated. Activated. Но сейчас не время. Моих сил не хватит, чтобы укрепиться в органическом теле. Надо найти объекты, артефакты. Завершить труд, чтобы это стало возможным. Что происходит? Отвечай. Возродите меня, дети мои. Мои орудия. Исполните свое предназначение. Отвечай. Нет, нет, нет. Что-то не так. Проклятие. Она где-то здесь. Да! Должна быть в твоей проклятой голове. Черт, 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 черт! Пощадила тебя! Зачем ты здесь?